Вот ходим, гуляем с камерой. Интересно, что на улице. Вот признаки эпохи. Все опечатано. Вот я. Люди что-то дезинфицируют. Люди гуляют. Тоже вышел пройтись. Тестируем съемку влогов. Активность. Я хочу вам показать вот этот автомобиль Nissan Qashqai Яндекс.Драйв. Его здесь поставил я. Поставил уже давно. Ну, то есть в тот день, когда запретили каршеринг, до этого я им пользовался 10 дней. Он изнутри был весь продезинфицирован, но лично. Эх, запретили каршеринг. Как вот это вообще возможно? Кому вот это мешало, что я бы вот сейчас сел и поехал? Хорошо, есть друзья, которые меня возят, но всегда неловко людей напрягать. И, конечно, вот уже совсем листики распустились. Небо. Да. Красота, конечно. Кругом. Там вон траву стригут. Народ гуляет, кстати. Так-то не особо все сидят. Вон еще один каршеринг стоит. Это все очень, конечно, интересно. Но попробую выйти на улицу, пройтись вдоль дома. Это опасно. У нас здесь полиция. Кстати, бывает полная полиция. Оживленное движение, машины. Это тут что такое? Ума не приложу. Да. Все сейчас цветет, начинается сезонная аллергия, поэтому у меня антигистаминная всегда в кармане. Что я отвык гулять на самом деле. Но совсем тепло, весна. Есть нечего голубям. Голубям есть нечего. Люди им не крошат ничего. А вот наш сад камней. Говорят, какие-то жуткие деньги на это были выделены. Кстати, да, вот они, замотанные качели. На качелях качаться нельзя. Эти зеленые штуки с деревьев нападали. Теперь все тут как бы ковровка укрыто. Эх, помню, в этой песочнице мы играли с Анечкой. Одуванчики. Ветерок.